О, да. О, Эдам, кофе хочешь? Ну да, я бы с радостью выпил латте, спасибо. Круто. Спасибо. 10 минут спустя. Спасибо, Роман. За что? За кофе. А? Это мой кофе. Но ты не купил себе кофе? О, я думал, ты угостишь меня сегодня. Ну, разве я такое сказал? Ну, недавно ты спросил, хочу ли я кофе. Да, но когда я сказал, что именно я принесу тебе кофе? Не-не, давай проясним. Разве я сказал, что принесу тебе кофе? Ну, нет, но я подумал... О чем? Ни о чем. Да, вот именно. Так что давай-ка без этих обвинений. Просто так поступают мудаки, вот и все. Что ты сейчас мне сказал? Я сказал, что так поступают настоящие мудаки. Ладно, я спрошу тебя еще один раз. Ты чё сейчас, блядь, спизданул? Я сказал, что так поступают настоящие мудаки, Роуэн! Ты спросил, не хочу ли я кофе? Это вопрос с очевидным контекстом, что кофе мне принесешь ты! Я просто напоминал тебе, чтобы ты попил кофе. Нет, Роуэн, это просто типичный ты. Ты вечно так сосредоточен на себе, что совершенно не так используешь обычные фразы. Ты такой эгоист! Потому что ты, типа, это ты меня не так понял. Не-не-не-не, Роуэн, это работает по-другому, приятель. Сейчас ты должен сходить и принести мне кофе, потому что так поступают. Хорошие люди, Роуэн! Не-не-не, это ты меня не так понял. Это не так, Роуэн! Нет, ты плохой человек! Кажется, тебе пора врезать! Ничего, я сказал, что только настоящий мудак подумал бы, что ты принесешь мне кофе. Вот и все. Привет, Келкес, да, озвучит, и как всегда в странном местечке. Не забывайте подписываться на авторов оригинального контента, ребята из Viva La Dirt League. Подписывайтесь на них, ставьте лайки. Ой, бля, Роман на меня орет через экран. Вот он просит, чтобы вы подписались. А если Роман просит, надо делать. Про нас тоже не забывайте. Ну а с вами был, как всегда, я, ваш Капрал Натурал. До новых встреч.